Слышно, что я говорю, сразу или нет? Да. Сразу? Ты, если что. Привет. Добрый день. Все добро. Как ты? Я не лошу. Хорошо. Опа, один. Этот, ребят, у меня это. А, запись у тебя? Да. Нет, давай я принесу слива, а так ты считаешь нормально? Нет, брат, я думал, ты... Ну, он открылся, он как страховка бил, брат. Ну, ты что, хотел ему засунуть, ну, блин. Я как? Кто забрал? Я забрал. Эй, ты что берешь руками, а? Хитрый. Хорошо, я спасаю. Это, да? Мы сейчас к центру могли кто-то. Но могли, но! Я просто окей, окей. Я возьму. Да я, брат. Хорошо, щиток у меня. Да, я с голосом первый. Не-не, я забыл. Заново, за. Подзову. Не-не-не. Оп, один. Ну, полтора килограммчика. Его на голову ему давайте. Или на нос лучше. Уно. Ты подарок приготовил, тебе не жалко отдавать? Нет. Футбол. Какой футбол? Ты футболку? Нет, я книжку Стивена Джерарда подарил. А еще ты сказал потом... Не-не, осталось хоть что-то? Я холодильник открывал чуть-чуть, там еще есть. Да не надо холодильник и финики держать. Зачем? На нашем это. Мы купим себе маленький этот холодильник наш. Замочек повесим. Ключ на цепь около шеи. Да зачем холодильник? Он вообще не могут храниться где угодно. Не надо холодильник. Терраса? Терраса? Да, терраса там есть. Да. Но ты расскажи, как ты там бухал. В два ночи по сигарете. 26. Этот говорит, ну Зидана раскрылись 25. Я говорю, ну уже опоздал. Инновация пошла. Это Deutsche Schule. Видно, какого нет. Лицо, вперед. Что, ты че? Не-не, давай. Конечно, не меняй, браты. Мы не суеверные. То, если мы не выиграли, это не значит, брат, что следующий не выиграет. На давай. Че нажимаешь? На какой? Налево, направо? Ну, вот направо. Старт. Старт, ресет. Старт. 3 килограмма купил. Килограмм это просто, like Russian. А у тебя? Блин, я это купил. Купил на сборах. Я уже проставлялся. Оставался там я за финиками. Ага. Я ничего не вижу. А есть другое название, нет? Лабарьеры. Именно это, которые легкой атлеты бегают. Нет, барьеры. А что у нас вот так идет? Если сыграли, сюда двигались, все то же самое стало. То же место, те же очки, все то же самое. Скажи ему «Auf geht's». Auf geht's. Что значит? Да. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. А? Auf geht's. Что это значит auf geht's? Да пошли. Auf geht's. Это обязательно. Можно на этот Инстаграм создать группу, чтобы мы все включились одновременно? А? Нет, чтобы подержали просто. Сама интонация, Илюх, правильно? Ну все. Но такая пугающая такая. Пять здесь? Пять. Пять. Это ты так говоришь, пять. Пять. У нас пять. Сегодня тоже тренировка, час 50. Спина. Один. Спина. Конечно, да, это дальняя. Браво, Туфи. Спина. Мацо, все время он на спине у тебя. Один. Хорош, мат. В любую сторону.
сторону можно уходить, право, лево, лево. Мацу, он с тобой индивидуальный, так что отдавай. Да. Спина. Пойдет, пойдет. Спина. Один. Касание земли мяча, касание земли мяча. Рисуйте, право, лево, подъем внутренний, подъем внутренний. Нормально так, Янчик? Да, брат. На английском дропки. 20-22 раза. Разочек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ай, с половины. Кто внутри? Шава. Раз. Два. Да между! Три, четыре, пять. Какое между то было? Между. Вот это 12 метров между. Не-не, между, прошла, прошла. Давай, или это не один, Александр. Дудя, ты зайдешь на эту? Чего он тебе не удобно так? Кто рядом с Макаром заходит? Мацо, опять! Мацо! Сели, 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 за линиом, эй! Отрезали, отрезали нас, да, 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 да. Один, двигай, двигай, газ! В середину бежи! Коротко, мацу, коротко, братцы! Мы доводим до нас, и мы играем поперек, и поэтому они нас накрывают. Брат, надо... Там вперед играть, пусть брат даже потерян, но мы поднимем как-то. 0-0, пока 0-0. Первая домина не важна, которая падает. Последняя, она самая главная. Вот эта, которая бам.